сегодня хочу поговорить о том, почему я выкладываю иногда видео и сторис людей, которые пишут мне гадости. Зачем я это делаю? Во-первых, я уже этап, когда я очень сильно переживала на этот счет, я его уже прошла. А начинающие девочки и мальчики, которые занимаются блогингом и мечтают стать блогерами, они еще с этим столкнутся. И чем больше растет твоя популярность, тем больше ты будешь получать вот этого хейта. И знаете, что интересно? Что когда они пишут тебе, что ты плохо красишься, некрасиво выглядишь, что ты урод, в принципе, они считают, что это нормально и что это конструктивная критика. Когда ты начинаешь отвечать на это, то им это не нравится. Как это так? Ты еще имеешь наглость что-то ответить. Я считаю, что эти люди, они бесконечно несчастные, что в их жизни не хватает просто любви. Недолюбленность вот эту, они не знают, что с этим делать. Поэтому они пишут таким людям, которые начинают чем-то заниматься. Те, которые люди хотя бы чего-то добились, вот они за счет того, что они хотят принизить их достижения, они как бы самоутверждаются этим. Я тебе сейчас покажу, где твое место. Ну, то есть, как бы, знай ты свое место. А, еще интересно, что все вот эти вот комменты, которые говнистые прилетают, они прилетают в основном от аккаунтов, на которых нет вообще ни одного видео, ни подписчиков, ни лайков, ничего. Ну, то есть человек не знает, что такое создать что-то, показать себя, как-то самовыразиться. Ну, то есть как бы вот в эту сторону у них мозг не работает. Работает только на то, чтобы принизить достоинство, принизить достижения какие-то. Я не понимаю, зачем они это делают. На мой взгляд, если ты начинаешь видеть хорошее вокруг, то и хорошее будет к тебе больше приходить. Ну а если ты видишь вокруг себя только какахи, то они тебя и будут окружать. Я это записываю, чтобы меня увидели и услышали начинающие ребята, которые начинают только заниматься блогом. Не обращайте на это внимания. Я понимаю, что это очень сложно. Если ты не обращаешь на это внимания, то ты бревно. Но мы же с вами не камешек у нас внутри. Поэтому старайтесь на это меньше обращать внимание, удалять эти все комментарии, блокировать вот таких вот комментаторов. Не слушайте их, слушайте только тех, которые вас хвалят, которые дают вам мотивацию. Пошлите это видео тем, кому вы считаете, что нужна поддержка. Делайте что-то, показывайте себя, потому что должен мир видеть только хорошее, красивое и счастливое. Я вас люблю.